Слушай, Юрик, а как ты познакомился с Витором Бозом? Ой, да это было-то, ёптать. А что, это снимает вся хуйня, да? Да. Вот, а это было-то, ёпта, мне 16 лет было, ёпта. Рома Гжиндинский его привел, ёпта. А Рэмбоза был еще тогда сумасшедший, нахуй. Ёпта. Он сатанистом был, ёпта. Он там, блядь, черное мясо, нахуй, там, блядь. Резать котят, нахуй, со скальпелем ходил, нахуй. Зачем? Да псих, ёпта. А котят зачем резать? Ну, надо было по сатанинским ихним, блядь, там, по всей хуйне, ёпта. Мне-то до пизды, мне это интересно. Я-то его возьму, блядь, кирпичом припиздячу, ёпта, котёнка, ёпта. Ты мне, блядь, загонял, что ты, блядь, вообще животных любишь. Ну, это сейчас люблю, ёпта. А тогда не люблю. А тогда мне похуй дым, ёпта, пиздец. Блядь, ну, зачем ты, блядь, эсэсовские вот эти, блядь, свои варианты, нахуй, со скальпелем? О, нахуй, ему надо, блядь. Так он же орёт. Орёт, пиздец, ёпта. Мне понравилось, короче, когда они бухие, нахуй, ага. Нажрались, блядь. И у них синьки дохуя, ага. А закусить-то нечем. И кота что? Поймали в подъезде. И чё? Резали его, нахуй. И закусывали? Да, ёпта. Да что ты гонишь? Варили, нахуй. Ты гонишь? Этот, блядь, кот, нахуй, орал, нахуй, ебать. Они его заживо варили и закусывали? Не, ну сначала ушатали, конечно. Скальпелями с вами. Да. Ну и что? А потом, блядь, хуяк себе. Типа кролик, ёп. Это кто это? Нахуй кролик. Это кто это? Рэмбоза. И Митька там, блядь, ёп. Там, блин, там дураков до хуя, ёп. Там пол монастырки, ёп. Ты батюшке этому, у которого работал, эту хуйню не рассказывал? Рассказывал. И что не сказал? Свет Христа и Богородицы, ты иди ты нахуй. Как ты вообще к этому папу работать попал? Ну как?